Сегодня у нас 11 августа. Вот мы с утра работаем тут, на моей территории. Никита дрова колет, батюшка тут приехал. Вот Сергей Павлович занимается ураганом и Ренкой у батюшки, тоже овчаркой. Это дочка урагана. Такая невоспитанная. Сиди. Фу. 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 Видимо, далеко заехали они. Рен, куш. Один остался, ночью будет. Я загулял, припомню все ваши беседы. Я думаю, как настолько, что Христос что был. Фу! Для того пришел, чтобы разрушить дело дьявола, а в 3.8, 1 Иоанна. Куш. Поэтому не разрушил тогда. Вот так вот воспитывается. Он таскает у нас Коля дрова. Это сын Божий, говорит, дети причастны к плоти, он принял он и до боя смерти, лишит силы, имеющие державу смерти. Сколько лет? С лишним 20 лет. 20 лет зерно лежало мертвое. А сейчас всем доказывает, бороду отпустил. Нет, но они-то к нам приезжают, что, чтобы нам песни спеть, что ли? Мы знаем эти песни. Все-таки что им? Все-таки им показали, интересно, что им все-таки? Да, им интересно. Он мне спрашивает вопрос, а можно вопрос? Я говорю, пожалуйста. Давай. А вот вы на Благовестие-то выезжаете? Да. Выезжали. А как вы проводите Благовестие? Я говорю, а что вас интересует? Да вот мы куда приезжаем? Начинай там они где пьют. Она спрашивает, а вы не с Потеряевки? Да. Наше Благовестие неподражаемое. Почему? В каждом 600 городов, сел, в каждом оставлял я подарок на 750 евро, не считая Евангелия. А вы-то приезжаете с голыми руками, газетку одну дал. Вы не можете этого сделать, у вас нет этого. Нету. Ну а далее, далее это благодать. Ренка смотрит на меня. Так они между собой что ли дерутся? Конечно. Рена, фу, фу. Рена, фу. Крыса, а. Фу. Кушай. А надо пищи не жадно. Вот даю даже кусок чистого мяса, так сразу не хватает. Понюхает, лизнет так, тихонько. Я могу изо рта ее вытащить даже это. Она. Кушай. Не жадная такая. Нас учили, когда мы занимались в уголовном розыске. Ну и один старик с нами ходил. Ну старик, видимо, 70 лет ему было. Кобель у него, ну, побольше вот этого-то был. Злобный такой. Ну и вот учили, чтобы она не брала пищу. А у него висит гамонок такой, ну как радиостанция здесь. И провода к куску мяса. А он подходит, как это, фу, нельзя, а он хватает. Он там нажимает, когда собака отлетает. Там с такой силой бьет, у него прибор заряженный-то. Ну и старика подводят. Ты тоже подходи на зале. Он подходит, так, фу, нельзя. Он нюхает, он как схватил, а привязано крепко. И он бьет раз, бьет другой, там искры летят из глаз. Он никаких, пока не оторвал. Оторвал. Учить дальше нечего. Назар, да ты хоть корми кобеля-то. Да кормлю я его, все, пенсии не хватает-то. Да главное, провод там многожильный. И он как ухватил, орет сам, его бьет этим током, то орет, а головой крутит и тянет, и оторвал. И с проводами, видимо, проглотил. Ой-ой-ой. Но, когда приехали какие-то ребята на мотоцикле, на, ну, такой, двухколесный-то, и стали нам мешать заниматься, мимо ездить. Куда я попал? А капитан Никитенко и говорит, не ездите здесь, здесь занятия идут, уголовный розыск. А они опять... Он тогда, а собаки-то все наши испробованы, он уже знает капитан-то. И говорит, Назар, вот сейчас как поеду, ты можешь пустить ее? Могу. Ну вот они опять как поехали. Я вас предупреждал, а вы нет. А они его удирают. Он говорит, пускай. Как он пустил этого кобеля-то, Назар-то.
Он, понимаешь, это вот как будто гонщик по воздуху стелится. И он, ну, буквально, те ребята там какие-то корни, они через них на мотоцикле. И он их глазами, все за ними гнался. Те последние соки выжимали, больше ни разу не приехали. Вот в одном деле так, а в другом так. А моя собака, она бы не погналась даже за ними. Потому что я стою здесь, что знать-то? Смотрит на меня, скажет, что такое? За что? Я отдал? Нет, за что? Вопрос один. Я тебе еще худого сделал. Отдал, отдал мне в руки мучителя. Как она на него уже смотрит? Все? Подружились. А они смотрят на него, на левую руку больше смотрит, чем на правую. Вот нет же у них, что она родственная, не знает, что она ему дочь. Но. Это плохо. А то есть у Льва Толстого, когда в моряк зашел на берег-то, долго плавал, наконец сошел и в притон пошел. А, там с сестрой. С сестрой оказалось был-то. Вот они тут, а. Так и людей то бывает. Где домик вырос. Так, все. Закончил. Смотри, какие кривые. А они у нас все дело идут. Там смотри, что. Вот как. Дров-то сколько. Пойдем посмотрим. Пойдем, все, покажем. Кого покажешь? Дровяник. Так а что вы? Колите дрова, зимовать никто. Я зимовать буду, у меня дрова еще не расколоты. Ну, у нас до обеда работает, после обеда могу дать. А коносит, а зачем ты залазишь туда? Почему по порядку с краю не брать? Так по порядку брать, брать снизу. А он залазит, там берет стол. А его разве нет? Такого сарая тебе больше нигде не найти. Вот посмотри, как он наклоненный. И с этой стороны глянь. Да видел я, ну. А почему такой? Потому что он, когда был сделан, весь повалился, вот как. И чтобы это скрыть, я ему добавил вот. Это вот его настоящая родственник. Гляди. Дрова от стенки. Это стена-то вон, где? Ого, я а теперь глянь. А лук это? Чеснок. А это где вы столько накопали? А теперь глянь. Наш. У кого столько солодки? Да ни у кого. Так вы это, ты знаешь, это в аптеку, если сдать, вы здесь обогатитесь. Да, так я сейчас только мешок полный отослал в эту, в общину. Чтобы всем дарили. Их надо разрезать вот такими маленькими и сушить. Ну, так он еще не портится. Посмотри, какой порядок. А тут вообще мы пробивались, наверное, неделю сидели. Поставили столбушки, подвели. Вот. Слышь, он так, вот как он наклон, естественно, вот какой наклон был. И чтобы остановить это дело, мы сделали точно так же. Видишь как? Премудро. Вот. А тут, тут Алеша свои рамы все хранит, там хранил. Ты иди, еще раз зайди. Пойдем сюда. К нам зайдем. Ты сюда бы привел. Скажи, ты в следующий раз, если приеду, посмотри, всякая трава, ну, которая вот есть, мы ее складываем и вот такой вот куб делаем. На улице один такой, никуда не увозим. А потом немножко сверху земли и сади, что хочешь. Что интересно, курица внизу все разрывает, и здесь ни одна не лезет. Ну, а что она здесь, ей нечего делать? А? Здесь она ей рыться, как там она... Она мята. Вон там, посмотри. Вот отсюда сейчас... Так осуждаем. Вы дыни посадите, дыни зря, вы надо вот огурцы садить. Огурцы молодые, они не будут на этом. Да уже убедились. Вот отсюда, подойди. Вон на туалет смотри. Это на двачка туалет. Но. Вон, видать, куча такая же. Ну. Ни одна курица внизу была, все съели, разодрали. Пойдем внутрь зайдем. Вова, иди сюда. Вот у нас морозильная камера. Сейчас только ее разморозили. Это по твоему совету. И сразу вначале видите, продайте, то другое. Я говорю, мне помог кто? Морозильную-то камеру помог. Вот этот приезжал, крещение принимал с Италии. А которые эти... Вот. А вот это вот... А она что тут? Вот эти вот аппараты, только их два.
купили 20 тысяч. Это помогли католики из Испании. Они стали православными, похоже. Она литовка. Вот, пожалуйста. Смотри, тесто как. Теперь у нас тут опросталось. Почти не видать. А где у них лампочки-то? А? Чё? А там? Вот здесь вот, вот, с правой вот стороны. Подними руку выше, да. О, ну-ка зайди, Володя. Там у нас помидоры. Посчитай, сколько мест? 12. 12. 12 апостолов. А где у нас котенок-то показать? Батюшка такой красоты. Я видел его вчера, она таскала его. Сама, как только я обедать, звонок у нас звонит, она сразу его хватает и тащит туда. Вот тоже чудо какое. Что сидишь? Ну-ка, где он? Спит. Спит? А да, посмотри, да. Печка-то как у нее горит. Что за леножку отопчить, а? Ой, какая. Ой, да маха. Там в холодильник размораживали и подкладывали газету, чтобы не съесть. Вот она, гляди. А? Не замочить. Да видели. Паля звать, Паля. Палевая. Это вот она какая. Ну-ка. Разбудили. Ой. Крикливое ну-ка. Создание. Посмотри. Какая пушистая. Паля, не наступи. Я пошли в ту комнату. Такой комнаты он себе потеряет, видел. 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 А ты видел, сколько надо? Вы видели? Да, я вчера был сидел здесь. Вчера? А. Вот посмотри. Это посуда. Обедать как. Это мы можем расширить. А ты видишь, что шкафы здесь потаемные? Ну да. Я спрашиваю, где лучше было, там лагерь здесь, все кричат, здесь. Я говорю, так Роспотребнадзор нам куда сделал? Нет. А у Володи свой кабинет. Все с этими двери-то со щелями, а? Все заклеили. Все, где тут находится директор этого здания? Страх Господень научает мудрости и славе предшествует смирению. О. Ладно, пойдем. Пошла. Ну, иди куда? Буду. Рыжая, иди вот. Иди скорее, вот, вот, держи, держи. Ну-ка, иди. Иди поешь. Иди поешь, поешь скорее. Ну, иди скорее. Иди, иди, иди. Опа. Давай, поешь. Поешь, давай. Не будет есть, а тварь какая. Ну давай, ешь, ешь. Иди. Ты еще чашку столько, по одна с другой. Одна с молоком, другая с рыбой. Ну-ка иди сюда. Давай, ешь, иди. Иди скорее, ешь. Да, давай, давай, рыжая ест. Вот она где ест. Пойдем. Сергей-то где? Мучает собак. А ну-ка пойди посмотри, куда он делся. Да увел, наверное, куда-нибудь. Вон курочки пасутся у Никиты Андреевича. Пашка, наверное, на его территории. Ну-ка сейчас я узнаю. Без собаки, вон он поехал, вон. Угу. А Сергей, видать, куда-то уволокся в степь. Наверное. Где он? Не знаю. Примирил отца с дочерью. Все время враждовали. А у меня серка была, а у нее мать была. Она маленькая серка, вот такой котенок. Ну и она что-то пошла. Она-то бабушка ей была, кошка-то. Как-то ее звали, я забыл даже так. И она ее как ударила лапой, из нее кровь прям брызнула. Ну и я пришел и рассказываю, какой случай-то был, видел я. Внучка пришла к бабке, а бабка как дала, как кровь брызнула. Все, кто это может быть? На Серафима. Я потом говорю, кошка.
Как ее звали-то у нас? Муська, наверное. А? Муська? Муська, да. Муська, да. Да, 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 да. Наташа Приходько сидела, что-то там делала, и слышит, кто-то пикает. А градусов 40 с лишним было. Она вышла, под окошком котенок замерзает. Она его взяла, это Муська. Угу. Так погибла где-то. Ой-ой-ой. Я Коля отсылал сейчас на малину, чтоб поел. Солите яблочки, поешьте маленько. Коля. Мы сделали поприще для кур. Ходят сейчас там, да. Роют все. Ну что-то, это большое дело расчистили. Это мертвая территория была. Совершенно мертвая. Теперь осталось только тот вот трудяги внизу распилить, убрать, и столб утащить. И который под черемухой этому помочь вытащить. А это постепенно, ну, если не надо будет ломать, и строить, если тебе надо. Там яблоня, нужно собрать яблоки с нее уже давно. Уже. Ну, надо собрать. Вон это. Вон, бери там это свою, эту. Колю, бери, иди собирай. Твоя идея, ты выполняй. У нас будешь. Коля, сейчас пойдешь яблоки собирать. Послушай, парнишка, а то, говорит, не слушается. Была у нас тут маленькая девочка, одна, мать не слушается. Потом слушаться стала. Надо заниматься. Вот здесь заехал тут Сергей, на машине разворачивался. Я отмостку, смотри. Первый начал ломать ее Витя. Она на это не рассчитана. Вся, вот до каких пор, все в щели пошли. Ну я их, что могу сделать? Ты, Володя, тоже отдохни пока, поешь там малины. А потом продолжим. Смотри, все, оскоблили. Все почти попилили. Теперь только убрать и утащить туда. Сейчас ведерко возьмут и пойдешь с ним. Давайте. Сходите. Тебе железное. Я пошел к Марине. Чтоб я разломал. Пойдемте. Для мамы Коля не нарвал малины? Давайте. Покажи это, туши и пойдем.